Шатдаун ударил по рейтингу Дональда Трампа. Он продолжает падать и уже снизился до 44%. Об этом сообщает американская исследовательская компания Harris X. Шатдаун США уже побил исторический рекорд. 800 тысяч человек находятся в неоплачиваемом отпуске более 3 недель. И конца шатдауну пока не видно. Трамп продолжает требовать почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. А демократы, у которых в Конгрессе большинство, отказываются выполнить это условие.